можно не любить играть в Бейблейды? Ты будешь играть со мной! Не со мной! Смотрите, какой красавчик! Интересно, как можно не любить играть в Бейблейды, если у меня новенький набор Dead Hades? Какой Тима странный, у меня же новый набор Лол, как можно не играть в Лол? Я придумала! Я буду играть с мамой! И я буду играть с мамой! Мама! Тима, Маша, что у вас опять за крики, что случилось? Мама, давай поиграем в Лол, посмотри, какой у меня набор. О, ну и прекрасно, сейчас мы с вами распакуем и ту игрушечку. Мама, ты не так поняла, мы будем распаковывать Бейблейд только с тобой. Без Маши. Да нет, мам, мы только с тобой будем Лол распаковывать, без Тимы. Мама, не слушай эти глупости, ты будешь играть со мной. Давайте теперь буду решать я. Значит так, теперь мы будем играть только по моим условиям. Мы будем играть в одну игру, но вместе. О, у вас такие лица, что я даже знаю, в какую игру мы будем играть. Посмотрите. Эта игра называется «Надуй шарик и лопни». Посмотрите, здесь даже мальчик с таким же лицом сидит, как у тебя, Маша. И условие такое. Кто выигрывает в челлендже, с тем я и играю. Согласны? Да. Ну что ж, ребята, давайте посмотрим на эту интересную игру. Что же там есть у нас? Так, смотрите. Какая-то подставочка. Самолетик. Дальше у нас есть насос. У нас есть, посмотрите, какой интересный мальчик. По-моему, похоже на Тиму. Да. Кто так считает, ставьте лайк. Так, смотрите, это его плечи. Посмотрите. О, вылитый Тима, даже в синий футбол. Так, и у нас есть рулетка. Здесь написаны цифры, и вы будете выбирать, какую цифру, сколько раз вам надо будет надуть этот шарик. Сейчас мы эту систему запустим, и Тима с Машей будут соревноваться, кто же будет со мной играть. Тима будет распаковывать со мной Бейблейд, или Маша будет распаковывать со мной Лол. Смотрим! Вот такая суперская конструкция у нас получилась. Маша, на камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Маша первая. Ну что ж, поехали. Крути рулетку, Маша. Так. Пять. Пять. И начинаем надувать наш шарик. Раз, два. Шарик немножко надулся, и очередь Тимы. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Маша, бери рулетку и говори, сколько у тебя выпало. Так. Поменять ход. Поменять ход, значит, Тима. Повезло. Тима, Маша, повезло, а вот Тиме три. Ну, это небольшое число. Давай, дуем. Пока Маша крутит рулетку, я скажу правила. У кого быстрее вылетит шарик, тот и проиграл. Маша, сколько у тебя выпало? Три! Давай надуваем шарик. Тима, да. Ты тем временем крути, да, рулетку. Три! Сколько у Тимофея? Пять! Пять. Два, три, четыре, пять! Маша, сколько у тебя? Десять! Начинаем дуть. Это серьезная цифра. Раз, два, три,
Маша? 10! Маша, тебе не везет, ведь шарик уже очень большой, и мы не сможем распаковать лол, если ты проиграешь. Давай. 1, 2, 3. Мальчик уже аж покраснел. 10! Маша, серьезно, у тебя 10? Да, Маша, а что ты улыбаешься? Мы Бейблейд будем тогда распаковывать. Давай. 1, 2, 3, 4, 5. Это было? Это шарик летал по комнате. Но твою лол мы распакуем на твоем канале, а на Тимона мы распакуем Бейблейд. Ура! И сегодня я хочу распаковать этот Бейблейд Dead Hades. Отлично, Тимофей, давай скорее распаковывать и сразим его. Смотри, здесь металл идет по всему краю, значит, он будет крутиться быстрее. Давай скорее его соберем и сразим с Фафниром. Смотрите, какой красавчик. Ну что, пора его сразить. Да. Раунд первый. 3, 2, 1, вперед. Ну кто кого? Мне кажется, Фафнир сможет одолеть Дед Хедеса. А мне кажется, нет. Ну посмотрим. Посмотри, он уже занимает позицию посерединке арены. Посмотрим, чем это закончится. Отталкивает Фафнира, хотя Фафнир стремится тоже занять место в середине. Посмотри, Фафнир виляет. Я в шоке. Ничья? Нет, по-моему... Фафнир был буквально на один оборот. Да, буквально. Да. Хорошо, победа за Фафниром. Раунд второй. 3, 2, 1, вперед. Ого, что это такое было? Опять идет атака от Эдеса. Все то же самое. Не знаю, посмотри, такие атаки, смотри, как они разлетаются. Да. Не сильные такие атаки. Хотя у Фафнира сама раскрутка, вот почему ему сейчас выгодно с ним сражаться. Хотя смотри, этот не влияет, да. Все равно я тебе за что говорила, у Фафнира самораскрутка. Раунд третий. 3, 2, 1, вперед. И кто сейчас выиграет? Неужели Фафнир? Конечно, Дед Хедес. Дед Хедес еще даже счет не размочил. Смотрим. А вдруг? Хотя красиво идут. Ну твой Фафнир уже виляет, а мой еще. Ну и что, тогда Фафнир тоже вилял и все равно прокрутился несколько раз быстрее. Подожди, но он сейчас конкретно виляет. Да, 1, 2. Раунд четвертый. 3, 2, 1, Мне все-таки интересно, кто же сильнее? Конечно. Ребята, кто проводил вот такие вот битвы Фафнира 4 и Dead Hades? Кто вас выигрывал? Напишите нам в комментариях. Посмотри, как красавчики крутятся. Они хотят сдаваться, ни один, ни второй. В этот раз победил Фафнир F4, но мне Dead Hades тоже нравится. Подписывайтесь на канал Team Visage и пока!